Уровень воды в реке Березовка за сутки уменьшился на 25 сантиметров. Сейчас он составляет 1083 при критической отметке в 1000 сантиметров. Однако в селе Березовка потопленными остаются 34 дворовые территории и 7 социально значимых объектов. Жителей затопленных домов эвакуировали в пункт временного содержания. Некоторые разместились у родственников. Ущерб, нанесенный паводком, в скором времени оценит специальная комиссия, которую организовали в районе. Кроме того, силами авиации МЧС для нужд пострадавших в село доставили свыше 2 тонн грузов первой необходимости. Правительство республики и администрация оказывает им помощь, и авиация МЧС России доставлена 2 тонны 200 килограмм грузов. Это грузы материальные, вещевое имущество, продукты питания и вещевка первой необходимости. Также кабеля доставлены, необходимые для замены старых промокших кабелей.